Приветствую вас на канале Сокровища Черногории, и мы с вами на острове Корфу или Киркира в городе Киркира. Погода для декабря просто прекрасная, синяя, как вы видите, небо, солнышко, градусов 18-19, тепла было даже возле воды, возле моря, и мы пошли прогуляться по городу, посмотреть по набережной. Название города и острова Киркира происходит от более старой версии Коркира, так звали нимфу, дочь бога рек Асопа, которую похитил бог морей Посейдон из греческой мифологии боги, привез на данный остров, и где впоследствии переименовался остров по имени этой нимфы. И в целом весь этот остров плотно связан с греческой мифологией. Вот в городском парке можно посмотреть изображение богов, название на греческом. Сам город, старый город Киркира, основан в 8 веке до нашей эры, то есть городу практически 3000 лет. Также, по легендам, именно на этом острове аргонавты прятались от флота колхидского царя после похищения Золотого Руна. Здесь же по Гомеру Одиссей встретил Навсикаю, то есть вся история острова плотно переплетена с греческой мифологией. В следующем видео вы увидите залив Палеокастрица. Именно там считается, что Одиссей высадился на этот остров и встретил Навсикаю. И возле этого залива Палеокастрица находятся три острова, на одном из которых находилась, по легенде, нимфа Калипсо, в гостях у которой Одиссей провел 7 лет. Ну, а мы, продолжая свою прогулку по парку, будем двигаться в сторону таких главных достопримечательностей города. Это крепости Палеофрурио и Неофрурио, старой и новой крепости. Вот мы подошли к крепости и видим канал. Это искусственный канал Контрафосса, который вырыт был венецианцами. Таким образом, мыс, на котором была построена крепость, отделили от суши. Пройти в крепость можно было по подвесному мосту. И получился такой вот искусственный остров. Сама крепость построена в 8 веке византийцами. Ну, как бы основана, заложена в 8 веке. Потом ее уже достраивали, конечно, и венецианцы, и итальянцы. Венецианцы и англичане. В 15 веке венецианцы, англичане уже последние достраивали в 19 веке. Сама Киркира или Корфу перешло во владение в Греции практически 150 лет только назад. Поэтому эта крепость долгие века принадлежала разным государствам, несла оборонительные функции. Последнее ее значение — это была защита от Османской империи. А сейчас это крепость-музей. Причем как сама крепость музеем является, так и вот мы заходим в помещение, которое показывает интересные археологические раскопки, фотографии, как выглядели старые части крепости, старые базилики на территории Корфу. Очень любопытно. Thank you.
Вот на возвышении мы видим маяк старый. И туда мы сейчас по ступенькам поднимемся и посмотрим на панораму города, на панораму моря, албанского побережья. Все, что видно вокруг из этой точки. Уже время заката. И вот перед нами раскинут административный округ Киркира. Население города порядка 25 тысяч человек. И вот, как я говорил, через пролив Киркира перед нами, немного подсвеченный еще солнцем, Албания. А на самом окончании вот этого искусственного острова там находятся старые казармы. Как и полагается любому музею, который связан с военной историей, здесь можно видеть разные орудия, применяемые для обороны крепости и острова, и города, разных типов, разных годов производства. К сожалению, мы уже были, когда крепость закрывалась. Это зима, поэтому она раньше закрывается, чем обычно, поэтому мы не смогли полностью насладиться всем. Но что смогли, постарался я вам показать на видео. То, что мы с вами сейчас видим, это не древнегреческий храм. Это церковь 1840 года постройки, церковь Святого Георгия. Она была построена для англичан, но в 1865 году была передана православной епархии в связи с тем, что весь остров перешел под руку Греции. На этом у меня сегодня все. Будьте здоровы и путешествуйте с нами. До новых встреч!